Глава округа встретилась с почетными жителями Мытищ. За круглым столом обсудили организационные вопросы, касающиеся главного майского праздника Дня Победы. Начиная с прошлого года, мы поздравляем не только категорию как ветераны Великой Отечественной войны, но и других лиц, которые к этой категории у нас так или иначе приравниваются. Поэтому количество людей, которых мы поздравляем со 2 по 5 мая, составляет более 1500 человек. Помимо этого затронули тему благоустройства городских территорий. Юлия Купецкая рассказала, что к 9 мая будет произведена реконструкция площади и мемориала «Вечный огонь». Работы уже начались. Строители спешат уложиться в сроки. Глава округа поблагодарила почетных граждан за активное участие в жизни округа и пригласила принять участие в праздничных мероприятиях.